Шесть команд из Богородска, Саратова, Ульяновска, Тольятти и Нижнего Новгорода разыграли Кубок Межрегионального футбольного союза Приволжья. Финальные матчи прошли на площадке ФОКа Мещерский. Мы несколько лет назад создали комитет по мини-футболу, который возглавляет Вилков Михаил Федорович. Во-первых, это арбитр ФИФА, способный молодой человек, да, который вот организовал такие вот крупные соревнования. И поэтому, учитывая, вот, что у нас создается база, плюс желание, плюс качество, то, конечно, и в областных соревнованиях, и в приволжских соревнованиях очень много команд, и команда показывает хороший мини-футбол. После группового этапа за медали сражались Нижегородский Орхим и Волна ФФК, Богородский колхоз имени Кирова и Саратовский Газпром. В итоге в игре за первое место встретились Газовики и Волна. Традиционно в таких ответственных матчах соперники осторожничают, но только не в нашем финале. По регламенту встречи проходили в формате двух таймов по 12 минут. И только за первую половину здесь соперники наколотили друг другу 8 мячей. Уже на стартовой минуте команды обменялись голами. Потом прошел еще один результативный обмен – 2-2. Страсти накалились, и вот в своей штрафной фалит Александр Телегин. Пенальти, и здесь на добивании был точен капитан саратовской команды. «Газпром Трансгаз» повел в счете, но допустил роковую ошибку. Гости слишком расслабились, и на этом нижегородцы поймали их дважды в течение нескольких секунд. Поздравления принимали Агеев и Серебряков. Эти быстрые голы совсем выбили из колеи гостей, и до перерыва мяч успел еще раз побывать в воротах «Газпрома». 5-3. Во втором тайме темп игры не поменялся, но голевой феерии уже не получилось, хотя моментов было очень много. Солировал же в основном игрок «Волны ФФК» Александр Агеев. Этот футболист имеет богатый опыт выступления в высшей лиге России, и свое мастерство он показал в полной красе, за что и был награжден победным голом в пустые ворота «Газпрома» под конец финала. Очень здорово, команды сильные, как бы хотелось бы, чтобы у нас в городе было побольше таких команд, потому что намного интереснее вот так вот биться, играть. То есть из себя проверяем в очередной раз. Как бы, блин, все круто, все понравилось, все здорово. Кубок МФС «Приволжья» в руках капитана и тренера «Волны ФФК» Александра Милешина. Александр Агеев признан лучшим игроком финала. Серебряные награды получил «Газпром» из Саратова. Ну а бронзовые медали в матче за третье место выиграла нижегородская команда «Оргхим», которая уверенно взяла верх над колхозом имени Кирова. 7-1. Григорий Жигин, Ренат Бикбаев, «Объективно спорт», ННТВ.